Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции региона при координации с прокуратурой области совместно с военнослужащими группы Б воинской части 6637 пресекли незаконную добычу рачка Артемия Солина в рекордных размерах. В результате разработки оперативников 13 августа на территории Кызылжарского района задержали КАМАЗ, из кузова которого изъяли 260 мешков с цистами рачка. Еще 242 мешка изъяли из складского помещения в райцентре Бесколь. По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Таиншинского района. Оба ранее судимы, один за хулиганство, другой за кражу. Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на соленом озере Калибек в Таиншинском районе. Общий вес изъятых цист Артемия Солина составляет 24 тонны. Это самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Согласно статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан, подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.